Оперативные новости, яркие интервью, критика, полезная информация, сотни фото и видеоматериалов за минувший год прочитали и посмотрели жители Твери и Тверской области на новом информационном портале «Панорама.Про». Несмотря на то, что это еще молодой, амбициозный проект, он уверенно завоевывает свою уникальную аудиторию. Небольшой бэкстейдж о том, как работает «Панорама.Про» от корреспондентов нашего телеканала. Ежедневно на портале представлена панорама уникальных новостей. Тысячи посетителей, сотни писем от читателей, полезные рубрики, объективность и оперативность. Все это удается сочетать в себе молодому и активно развивающемуся порталу. Ежедневно журналистами проделывается колоссальная работа, чтобы сориентировать читателя в потоке городских новостей. Это новости Твери. Заходи, читай, смотри. Информационный портал panoramapro.ru. Знай свой город. Полезной информацией пополняются такие рубрики, как «Квадратный метр», «Здесь все о недвижимости», «Тверь со вкусом» расскажет, где можно полакомиться оригинальными блюдами. «Живой город» — это проект о лучших инициативах, которые гораздо сделать наш город лучше и комфортнее. Десятки реализованных проектов, которые запомнились жителям Твери. Еще одним ярким событием стал конкурс поделок из мусора «Елки-вилки» или «Старые вещи на новый лад», который проводился совместно с партнером «Тверь спецавтохозяйство». Более 200 оригинальных работ прислали читатели из Твери и области. Партнеры-журналисты оценили значение конкурса, что мы не только вовлекаем в творческий процесс взрослых и детей, но и формируем экологическое сознание, что люди задумываются о том, как бы сделать меньше мусора, как продлить жизнь вещей, ну и красоту в мир, красоты добавить в мир. Водная научно-патриотическая экспедиция «Волжский рубеж» по рекам Верхневолжья вызвала интерес у молодежи. Тогда для уникального путешествия объединились в одну команду и школьники, и взрослые, и отправились покорять воды Волги. Экспедиция по двум рекам. Это река Большая Коша, левый приток реки Волги, немножечко по Волге до села Каковкино, что под Оржевом, чуть выше по течению. Информационная поддержка была оказана информационным порталом «Панорама.Про». Собеседниками издания стали известные музыканты, звезды спорта, ученые с мировым именем, педагоги, школьники и, конечно же, жители Верхневолжья. Обратная связь с читателями работает всегда. За год на сайт «Панорама.Про» пришли тысячи уникальных пользователей. На этом достижении «Панорама» не собирается останавливаться. А значит, впереди бесконечный поиск, энтузиазм и нескончаемая любовь к профессии. И прежде всего, к читателям.